Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами я, Алла Гаврилова. В мае 2017 года я посадила на своем садовом участке жасмин. Сейчас вы на видео видите, как это происходило. Это было маленькое растение 30-35 сантиметров в высоту. О том, как и когда посадить, а также как ухаживать за жасмином, есть видео на моем канале. Ссылка под видео. В 2018 году жасмин подрос и цвел, но очень скромно. В этом 2019 году цветение очень обильное. Это очень красивое декоративное растение и эффектный цветок. В 2019 году, спустя 2 года после посадки, его высота достигла 1,60–1,80 м. Это не только красивое растение, но и лекарь, так как жасмин обладает лечебными свойствами. Вещества, содержащиеся в жасмине, способны очищать организм от токсинов, укреплять иммунную систему. Отвар из бутонов обладает способностью привести в норму работу органов пищеварения. Итак, жасминовый куст – это не только украшение нашего участка, но и растение, способное укрепить наше здоровье. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.